Привет, привет из Одессы. В общем, здесь все спокойно. Не верьте новостям, которые только нагнетают обстановку. Я лично это все проверяю. Поэтому смело идите сюда. Кто зачем, если интересно. Вот. Да, есть люди, которые ходят с автоматами в военной форме. Даже меня один раз проверили, но сколько я здесь был, 20, 30, 50 раз за год. Как бы один раз всего лишь был такой случай. И то, в принципе, веду себя культурно. Показал паспорт, пошел дальше. Так что, ребят, все четко. Вот, и пользуюсь случаем, в преддверии 8 марта хочу поздравить всех девушек, девочек, женщин, бабушек с этим замечательным днем. Желаю вам добра, счастья, любви.